Дорогие друзья, всем привет! Нашим дорогих подписчиков, нашим зрителям и гостям нашего канала. Мы хотели сегодня сделать обзор на телефоне Samsung A71. Это не мы его не рекламируем, нам за это не платят, так что не думайте и не подумайте ни о чем. Ребенок, то есть, скажу так, хозяин этого канала, это мой сын, он хотел себе такой давным-давно хороший телефон и подарок себе на Новый год. Это его деньги накопленные. И что-то мы смотрели, листали, читали отзывы всякие разные. Мы решили, что надо остановиться на по цене качества, надо остановиться на A71. Что могу сказать про этого телефона? Этот телефон, у него уже идет фронтальная камера с 64 мегапикселей. Нет, 32, вру. Задняя камера, основная камера, то есть 64 мегапикселей. И еще две потом по 5 идут. Угловые обзоры, там все у него идет. 120 гигов у него память своя встроена. Два вида качества снимает. HD и еще какой-то, я тоже не могу... Full HD. Full HD. Вот, поправляет за кадром. Есть стабилизация, кстати. Мы его взяли, большинство, вот мы смотрели, для вот именно для роликов, для Ютуба. Ну и вообще в целом, чтобы... Потому что фотоаппарат вот этот Canon мы купили. Мы расстроились. Да, хорошее качество, да, неплохо. Но он предназначен большинство для фотографий. Но так как мы снимаем видео, фотографии, как бы у нас есть у каждого телефон, да... И нас устраивает качество фотографии. Нам не нужен он. Он нужен... То есть он, у него получается режим видео там вообще мало. Нам сказали в магазине, что он там 30 минут снимает беспрерывностно. Но на самом деле он там 10 минут и отключается. Ну, нагревается, перегревается и все. В общем, мы его сдали обратно. И решили купить вот такой телефон. На что он здесь можно снимать, фоткать. Качество отличное. Вот сегодня обзор будем делать на него. То есть, что так входит здесь? Получается, здесь вот у нас документы. Вот так вот. У него все документы вот здесь вот в коробочке. Ключ сам. Второе. Телефончик. Вот он такого плана. Телефончик. Вытаскиваем с упаковки. Ну, красавец. Ну, конечно... 32 тысячи, это может для кого-то мало, для кого-то много. Но я считаю, что за 32 тысячи цена-качество это хороший телефон. Мы были в МВидео. В МВидео он стоит 29 тысяч, но к нему ничего не идет. То есть вот идет то, что идет в коробке, допустим. Наушники проводные, сам провод и сама зарядка. Здесь зарядка идет помощнее, чем обычный телефон, здесь уже идет 18 вольт. То есть он, допустим, как нам продавец рассказал, что телефон с нуля до полного заряда 50 минут он заряжается. Вполне, говорит, даже без никакого напряга. Это очень хорошо и плюс. Далее, там у нас здесь в городе на первом этаже. И нам вот такое предложение поступило от продавца. В общем, стоит телефон на самом деле 32 тысячи. Как, в принципе, везде стоит. Только в видео это 29, там, 28-990. Но, если вы берете за 32 тысячи этот телефон, в качестве, допустим, бонусом и подарком вам полагается 3,5 тысячи. То есть, грубо говоря, он стоит также у них 28 тысяч. Сам телефон, а в качестве подарки, допустим, что они тебе, вот, допустим, чехол сам вот сзади, допустим, вот его, вот он получается, вот сзади здесь, да, он стоит 1200 рублей. Далее, нам дали штатив для селфи, фотографий, для селфи съемок, то, что очень хорошо и очень приятно. Вот такого плана. Да. Ну, если предлагают, надо брать. Вот так скажу. То есть он регулируется, допустим, здесь, как вот хочешь, как и этот. Так, дальше.
Дальше. Дальше у нас вот так вот поднимается. Вот такой высоты. Это первое. Еще поднимается вот он до такой высоты. То есть это хороший штатив. Плюс к нему идет подсветка. Вот такого плана, который там разных фонов. Есть желтый фон. Там еще что-то есть. Вот он получается вот так вот. Вот оно штатив. Вот он получается. Давай сейчас его спущу. Вот такого плана. То есть ты снимаешь, здесь включаешь подсветку. Это очень здорово. Очень хорошо. Можем сразу все в упаковке. В общем, на 3500 бонусов. Да, вот этот штатив. Чехол к нему. Стекло бронированное он приклеил сразу. Сразу лицензионный этот антивирус установил. Я считаю, что это прекрасно. Потому что если взял бы за 28 тысяч в новом видео взяли бы, то это, считайте, это надо купить дополнительно. Это все, и это вышло даже дороже. Поэтому нам как бы вот хорошо нам повезло. Я считаю, что нам повезло. Телефон хороший. Я считаю, что за такие деньги это вообще прекрасный телефон. Я сейчас попробую его даже одеть чехлом. Вот так вот. Сзади все. Вот он ставится. Чехол хороший, силиконовый, черный. Но вы не представляете, как доволен сам хозяин, сам оператор. Потому что он хотел телефон хороший для контента. И вообще телефон хороший для качества, для фоток, для всего остального. Он очень хотел. Тут деньги его, он работал, собирал, копил. Почему бы нет? Я не против. Купил вещь, не просто где-то странжирил и просто так. В общем, мы на это будем завершать вот я включу. Сейчас покажу, как он даже чуть-чуть этот. 2 секунды буквально. Он сделал даже не то, что он нам сказал, на самом деле он сделал нам сравнение в магазине. Мы поняли действительно, что качество у него самое прекрасное. У него есть разные функции. Если бы ты потерял, как его найти, там все. Ну, в общем, сам хозяин, сам оператор, он будет этот, он разберется. И уже я думаю, что это, наверное, будет последнее наше видео на обычного телефона. И сейчас мы будем уже снимать в дальнейшем наши видеоролики, наше видео на хорошее уже качество, получше. Все, всем пока. Всем спасибо за просмотр. Ставьте палец вверх, нажмите на колокольчик, потому чтобы вам было, пришло уведомление о новых видео. Я еще раз повторюсь, нам нужна ваша поддержка для того, чтобы поднять рейтинг на канал. Мы вас будем удивлять. Пишите комментарии. Подпишитесь на канал. Всем пока. С наступающим Нового года. Всем пока.